Необычная картофельная выставка «Божьи дары осени» открылась в Мамонтовском районе. Подобного рода события в селе Потеряевка впервые. Местный житель Алексей Устинов со своими детьми сделал целую выставку из свежего урожая картофеля. Она насчитывает более 40 экземпляров. Здесь есть утиная семья, экзотические птицы, растения и даже картофельный кит. По словам Алексея, идея организовать такую экспозицию пришла ему в голову во время сбора урожая. Он заметил плод необычной формы. Сначала один, потом другой. Так и получилось это картофельное собрание. Вместе со своими детьми он фантазировал над каждым экспонатом, дорисовывал крылья, глаза и носы. Затем к картошке добавились персонажи из свеклы и моркови. Выставка работает в бывшем клубе. Для сельчан она стала настоящим осенним сюрпризом.